По уже сложившейся традиции, после проведенного матча игроки Краснодара получили выходной день. А уже сегодня черно-зеленые вновь приступили к работе и начали подготовку к предстоящей встрече со столичными армейцами. Как обычно бывает, в последнее время первый рабочий день после отдыха у подопечных Славолюба Муслина получается особенно напряженным и включает в себя два занятия – утреннее и вечернее. Для того, чтобы восстановить силы после небольшого перерыва, футболисты начали работу в тренажерном зале. И только после этого в графике Краснодара значилась работа на футбольном поле. По традиции, сначала команда разделилась на две группы, полевые игроки отрабатывали свои упражнения, вратари занимались по своей программе. А под конец утренней тренировки уже в полном составе команда провела двусторонний матч. Что касается травмированных, то получивший рассечение в матче с Амкаром Руслан Нахушев тренируется в общей группе и наравне со всеми готовится к матчу с ЦСКА.